Оригинальная идея Кламп. Автор сценария и режиссер Иида Джоти. В Японии испокон веков существовали люди, обладавшие особой силой. Их звали Онмёджи, и они существуют и по сей день, оказывая огромное влияние на жизнь современной Японии. Онмёджи делились на два могущественных клана – Сумираги и Сакура Сакамори. Сумираги Субару – 13 глава Онмёджи клана Сумираги из Киото. Ему 21 год, и он живет в Токио, помогая людям своей необычной силой. Успокойся. Не важно, что он тебе наговорил. Он кретин. Господин Канаяма тебе поможет. Уверена. Он всем нам помогает. Все, что нас окружает, можно объяснить с помощью законов инь и янь. Тот, кто овладеет силой Онмёджи, может стать частью природы и влиять на ее процессы. Что случилось? В нашей школе работает ужасный учитель. Чуть что, и он сразу называет нас идиотами. Он сказал, что я ни на что не способна, что я хуже, чем остальные, и что я глупая. Я ненавижу его. За что мне это? Почему я такая? Никто не совершенен. Этот мир никого не может удовлетворить полностью. Но волноваться не о чем. Почему? Знаете, почему вы приходите ко мне? Потому что у вас есть душевная травма. Вы нуждаетесь в спасении. Но это было всего лишь поводом. Запомните, вы особенные. Особенные? Вы и правда обладаете особой силой? Я расскажу вам одну историю. Давным-давно Токио, город, который стал нашей столицей, был выбран Онмёджи. Токио необычное место. Во время Великого землетрясения в нем погибло 15 тысяч человек, а во времена Второй мировой войны еще больше. Город был сожжен дотла, но люди все равно воссоздавали его из руин. И это не все. Несмотря на то, что землетрясение может повториться в любой момент, этот город притягивает к себе людей со всего света. И никто не хочет уезжать из Токио. Вам не кажется это странно? И древние люди знали об этом.
знали, что эти земли обладают особой силой. Токио, Вавилон, 1999. Я вижу твои страдания. Ты печалишься. Ты в горе. Знаешь почему? Потому что внутри тебя живет ненависть. Ты ненавидишь того, кто убил твою сестру. Ты жаждешь мести. Как бы ты ни старался, эта боль никогда не пройдет. Я скажу тебе одну вещь. Скоро. Очень скоро ты встретишься с человеком, которого так сильно ненавидишь. Что со мной? Все в порядке. Я закончил. Я изгнал злого духа из вашего тела. Харука. Я должен встретиться.
Заклинание готово? Кто вы? Вы должны быть готовы к последствиям. Ошибка будет стоить вам жизни. Ты умёжи? Я Сакурадзу Камори. Значит, ты убийца. Ваша сила привлекает к себе нечисть, которая пожирает вас изнутри. Господин Канаяма, простите за столь поздний визит, но я не могла оставаться дома. Господин Канаяма? Канаяма Томокичи. Прошло уже 12 лет, как он пропал без вести. Он был учеником Сумираги. Мы занимались его поисками, но... Сегодня утром он был найден мертвым в своей квартире. Его убил Сакурадзу Камори. Мы знаем это точно. Цель Сакурадзу Камори заключается в убийстве. Они не ставят перед собой цели истребить Онмёджи. Мы должны узнать, что сделал этот человек. В его комнате осталось все как было. Мы хотим, чтобы вы узнали, что произошло. Хорошо.
печать заточения. Мы избранные. Мы стали собираться у господина Канаяма. Нас было семеро. Это все не случайность. Потом Мегуми нашла ту книгу. Эта книга сказала мне достать ее из коробки. Здесь написано, что когда более семерых избранных станет единой, в нас проснется сила. Мы сможем найти способ спасти мир и сокрушим врагов, стоящих на нашем пути. Врагов? Да. В этом мире есть много нехороших людей. Мы особенные. Думаешь, мы и правда сможем использовать это заклинание? Мы испробуем его. Испробуем? Да. На ком? На ком, кто заслуживает наказания. И кто это? Танака. Из-за него очистили нашу подругу. Он сломал ей жизнь. Ну за что? Он узнал, что она подрабатывала. Но она работала, потому что ее мать лежала в больнице. Какой ужас. Она говорила, как он приставал к ней. Сказал, что может оставить ее это в секрете. Но потом ей никто не поверил. Ее очистили, и она потеряла работу. Он не человек, он настоящий мерзавец. Из-за него пострадало много студентов. Они все были очищены из-за него. Виновен. 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 Его нашла его мать, мертвым в своей комнате. Он умер от удушья. Удушья? Он задохнулся от комка ненависти, застрявшем в его горле. Это было проклятие семерых. Проклятие семерых? Заклинание Онмёджи, в котором семеро людей объединяют свою волю, чтобы наложить проклятие. Семеро. Возможно, это сделали те, кто ходил к Канаяма Томокичи.
Да, думаю, так и есть. Табан. Сейко. Получилось. Теперь у нас появилась цель. Мы не такие, как остальные. Мы живем не только ради себя. Что с тобой, Мегуми? Я не думала, что он и правда умрет. Чем больше человек заслуживает смерти, тем сильнее становится наше проклятие. Он умер, потому что заслуживал смерти. Так ему и надо. Послушайте. Теперь я могу вам сказать об этом. Я хочу отомстить. Отомстить тем, кто изнасиловал меня. Эти ублюдки из мужской школы неподалеку. Нужно наказать их. Виновны. Снова это заклинание? Да. Нельзя говорить плохо о мертвых, но, похоже, жертвы и правда заслуживали смерти. Я думаю, они делали это целенаправленно. Я кое-что заметил. Их сила, заклинания слишком сильные. Слишком сильные? Да. Проклятие обязательно возвращается к тому, кто его создал. И он, Мёджи, должен уметь защищаться от него. Именно поэтому он, Мёджи, старается не порождать проклятие сильнее, чем требуется. Иначе от него будет сложно защититься самому. Значит, эти люди не знают об обратном проклятии? Думаю, что да. Значит, они новички. Да. Я постараюсь собрать информацию через полицию. Я еще свяжусь с вами. Хорошо.
Здесь еще осталось проклятие. У меня есть к вам вопрос. Какой? Кто вы? Как вы связаны с погибшими? Отойдите от нее. Простите, вы в порядке? Кто это был? Я не знаю. Что ему было надо? Он враг. Враг? Нужно быть осторожными. Здесь кто-то есть? Зачем ты это сделала? Сделала что? Простите. Я ошибся. Я хотела увидеться с вами снова. Вы ждали меня все это время? Возьмите. Я хотела передать это лично. Спасибо. Простите. Не могу поверить, что делаю это. Вы жестокий человек. Теперь понятно, почему вас тянет к ней. Она обладает способностями. Поэтому она и пришла к вам. Я не хочу разговаривать с вами. Разве вы способны понять чувства человека? Тогда скажу, зачем пришел.
Работа не завершена. Вы убили Канаяма Томокити. Чтобы завершить свое заклинание, он собрал семерых девушек. Думаю, книга заклинаний сейчас у них. Они знают об этом? Не до конца. В ту ночь я думал, что убив Канаяма, все будет кончено. И дал им уйти. Вы отпустили их? Да. Но я допустил ошибку. Что вы хотите сказать? Вы же знаете. Работа Сакурадзука — убивать. Неужели вы... Если бы не вы, я бы уже все сделал. Но я принял решение понаблюдать. Я не позволю. Именно поэтому я принял такое решение. Семеро девушек, одержимые местью. У них проблемы в школе, в семье и с друзьями. Они думали, что их жизнь ничего не стоит. Это и сделало их особенными. Подумайте, что будет, если им сказать, что на них возложена великая миссия. Они будут способны показать невероятную силу. Как вы собираетесь остановить их? Они не умнёте. Не трогайте их. И не собираюсь. Пока не собираюсь. Но если вы не справитесь с ними, за дело возьмусь я. Постойте. Я еще не закончил с вами. Чего вы боитесь? Я никуда не денусь. Сейчас главное разобраться с ними. Послушай, что ты думаешь о Мегуми? То есть, в последнее время она какая-то странная. Думаешь, она и правда подхватила простуду? Что? Смотри. Это он. Что будем делать? Идем. Вы в порядке? Отпустите меня! Нет! Тише, успокойтесь. Нет! Нет!
Вы использовали проклятие. Из-за этого вы притягиваете к себе всякую нечисть. Вам нужна помощь. Эйко и Чиэко с нами. Но вот Мегуми... Ее нет дома. Ты не знаешь, где она? Нужно что-то делать. Его нужно остановить. Встретимся в 9. Хорошо. Это он. Это все он. Мы должны найти заклинание, чтобы противостоять ему. Должны. Это они. Минна? Они? Алло. Мегуми? Мегуми? Има доко? Где ты? Акеми? Акеми? Минна ирно? Вы все в сборе? Ките хоши. Вы должны послушать меня. Меня спас человек, которого мы видели сегодня утром. То, что мы делаем, очень опасно. Это неправильно. С нами происходят странные вещи, потому что мы использовали проклятие. О чем ты говоришь, Мегуми? Он обманывает тебя. Это все подстроил он. Нет, поверьте мне. Вам тоже нужна помощь. Ты что, забыла, что нам говорил господин Канаяма? Нам дана эта сила, чтобы наказывать зло. Никто, кроме нас, не способен сделать это, разве нет? Нет. Он с тобой? Это он убил господина Канаяма. Он враг. Как ты можешь не понимать этого? Вы ошибаетесь.
В мире нет людей, рожденных, чтобы наказывать других. Он враг. Враг. Проклятие. Нужно поторопиться. Я отразил их проклятие. Скоро оно вернется к ним. Отведите меня к ним. Что произошло? Он отразил проклятие. Но мы не должны сдаваться. Кана, что с тобой? Постойте. Подождите. Держитесь.
Ты ответишь за это. Простите меня. Вам нужна помощь, иначе станет еще хуже. Тебе не обмануть нас. Нельзя вершить правосудие силой проклятия. Этого права не дано никому. Почему? Учитель, которого мы убили, заслуживал смерти. Те три ублюдка изнасиловали Юки. Пострадала не только она. Если бы не мы, они бы по-прежнему гуляли на свободе, и от них страдали другие. Но у вас нет права карать их. Нет, есть. Это наше предназначение. Для этого мы получили силу. Нельзя думать, что вы особенные. В этом мире нет особенных людей. Нет. Нет. Это сделал ты. Я не прощу тебя. Мы не простим тебя. Нельзя. Остановитесь. Ятта. Получилось? Да, мы сделали это. Ты не отразил проклятие, чтобы защитить их. Очень на тебя похоже. Кто ты такой? Вам дали шанс на спасение. Но вы отказались от него. Ты заодно с ним? Нет. Тогда кто ты? Я расскажу вам правду. Если вы думаете, что карая других, вы вершите правосудие, то сильно ошибаетесь. Этим вы лишь показываете свою силу. Слабые не в состоянии покарать сильных. И так будет всегда. Используя проклятие, вы зашли в мир Онмёти. Вы обречены на смерть. Прекратите. Вы защищаете их? Да. Я не прощу вас, если вы причините им вред.
Одни обладают силой, но понятия не имеют, что она значит. У них есть будущее. И никто не вправе лишать его. Даже если они убивают людей? Сэширо, что вы чувствуете, когда убиваете? Разве их жизнь ничего для вас не значит? Я Онмёджи. Но я никогда не забуду ту ненависть, которую испытываю к вам. Я никогда не прощу вам смерть моей сестры. Хотите отправиться вслед за ней? Вы потратили слишком много сил. Остановись, Субару. Нельзя использовать силу ради мести. Разве это не твои слова? Иначе тебе придется освободить место главы клана Сумираги. Сестра. Я здесь, потому что ваши чувства слились воедино. В твоем чувстве живет сомнение. В нем зарождается зло, которое мучает тебя. Избавься от сомнений. Месть — это не то, что я хочу. Почему? Почему, сестра? Субару. Твоя сила дана тебе не для этого. Твоя сила не для того, чтобы убивать. Твоя сила дана тебе на благо всей земли. Прошу тебя, остановись мстить. Нет. Это мое последнее желание. Сестра.
Жаль, мне снова помешали. Было забавно. Тем более, я повидался с Хокуто. Я оставлю их вам. До встречи. Я закончил. А она? Она спасла меня. Что будет с ними? Они сбились с пути. Их крест оказался слишком тяжелым. Но они еще могут все исправить. Это касается и меня. Идемте. Им нужна наша помощь.